Депутатский корпус, члены областного правительства, главы городов и районов, представители бизнеса и федеральных структур объединяются для решения социально-экономических вопросов. В Яковлевском районе прошло первое расширенное заседание актива Белгородской области, который представил первые проекты. Второкурсница Белгородского национального исследовательского университета Анна Васильева победила на всероссийском конкурсе «Студент года». Активистка волонтерского движения, кандидат в мастера спорта и просто отличница стала лауреатом в номинации «Открытие года». Первая мужская гимназия, единая трудовая школа и школа колхозной молодежи. На вековой юбилей Алексеевская первая общеобразовательная собирает выпускников прошлых лет.